Внимание, внимание! Возгорание на 91-м километре магистрального газопровода Старая Бинарадка, Димитровград-Ульяновск. Рядом садовое общество Черемшан. В 10:30 здесь произошло возгорание. Такова вводная для всех спецслужб, участвующих в командно-штабных учениях. Для того, чтобы показать именно садовому обществу на Черемшан, что это очень опасно, потому что, вы понимаете, по этой трубе идет газ, давление 55 килограмм на сантиметр квадратный. Если, не дай бог, что-нибудь случится, здесь, вы понимаете, трактор «Беларусь» можешь поднять на высоту там 100 метров. Учение призвано не только рассказать людям о возможной опасности, но и отработать участие всех спецслужб в ликвидации внештатной ситуации. Это у нас комплексное учение. Каждый занимается выполнением своих задач. Мы непосредственно занимаемся технологией, то есть локализацией. А местные власти, городские власти, ГОЧС, они как бы совместно с нами ликвидируют последствия. Все службы сработали слаженно. Территорию оцепили, возгорание было ликвидировано, дачники эвакуированы. Татьяна Ресеева, Виталий Немов. Новости Димитровграда.